день, дорогие друзья, мои подписчики. С вами Павел Платонов. Я представляю вашему вниманию мой новый канал на YouTube «Путешествие по Святой Земле с Павлом Платоновым». Интерес к Израилю неисчерпаем. Миллионы людей посещают эту страну каждый год. Но далеко не у всех есть возможность воочию увидеть эту прекрасную землю. В связи с этим я решил поделиться моими знаниями, любовью к земле Библии на новом канале. Мне пришла мысль создать цикл видеозарисовок, посвященных Святой Земле. Расскажу немного о себе. В Израиле я живу уже 22 года. Я профессиональный гид с лицензией от Министерства по туризму государства Израиль. С 2004 года возглавляю православный паломнический центр «Россия в красках» в Иерусалиме, принявшего за эти годы тысячи паломников со всего мира. Мы проводим и групповые, и индивидуальные экскурсии. И, конечно же, я приглашаю всех в Святую Землю. Буду рад провести экскурсии по святым местам, историческим и природоведческим национальным паркам и другим достопримечательностям, которыми так богата Святая Земля. А те, кто не может приехать в Израиль, совершайте виртуальное путешествие со мной на моем канале. Тем, кто уже не раз посетил Святую Землю, новый канал даст еще одно ностальгическое воспоминание о земле Библии и напомнит хорошие дни, проведенные здесь. В фильмах я буду использовать свою авторскую музыку. В свое время я учился в Академии музыки имени Рубина в Иерусалиме на джазовом факультете, где в рамках обучения проходил курс создания музыки к документальным и художественным фильмам, что помогает мне теперь в моем нынешнем творчестве. Чуть больше года назад мы открыли официальный канал на YouTube для нашего православного паломнического центра «Россия в красках» в Иерусалиме, где опубликовали два больших документальных фильма по евангельским местам на Святой Земле. Там также публикуются различные живые зарисовки и очерки о святых местах. На новом канале я хочу погрузить вас в атмосферу сегодняшнего дня, познакомить с историей Святой Земли и представить ее самобытность в живых видеозарисовках, которые будут пополняться по мере возможностей и времени. Пользуясь возможностью, приглашаю вас посетить наши официальные порталы в интернете «Россия в красках» и «Православный поклонник на Святой Земле», где можно ознакомиться со множеством интересных и разнообразных материалов по теме. И также прочитать несколько десятков моих статей о Святой Земле. Желаю всем приятного просмотра. Большой привет из Иерусалима и Святой Земли. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем всего доброго и низкий поклон из Иерусалима.